У пенітенціарній службі спочатку заперечували інцидент, а вже сьогодні зранку вирішили прокоментувати пригоду. Вчора ряд средств массовой информации получили звонки от неизвестных лиц. Сразу скажу, что данный факт абсолютно не соответствует действительности. Вчера приблизительно в 13:00 возникла конфликтная ситуация между группой осужденной, продолжалась 5-10 минут и была предотвращена силами представителей администрации. Осужденных были выведены из сектора и изолированы от общей массы осужденных. Других. Сейчас проводится проверка разбирательства. В конфликтной ситуации, неповиновение администрации, ничего этого нету и не было.